Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Так, три задания у нас есть, но также у нас есть взгляд в будущее, который я хочу попробовать пройти. Так, используйте эволюционировавшие растения из колоды «Борьба эволюции», чтобы обойти колоду профессора с валькирией и неожиданными подарками. Даже так? Неожиданные подарки? Давай посмотрим, что там за подарочки нам устроили. Так, я буду за Бонгчо играть. Твою же налево, я не умею за него играть. Эй, ребят, хорош. Блин, тем более против профессора. Ну давай. Давай, допустим, я сделаю так. Ага, он вытягивает две карты. Ну, допустим. Поехали. Так, три в лицо он получил. Он ничего не стал делать. А если я, например, сделаю вот так? Странно. Это, ребята, очень странно. Но если я, например, вот так он сделаю, в конце-то концов. И вот так. Ну, я не знаю, ребят. 6 хп у него остается. Что он сейчас тут может предпринять? Да. И чего? Ну, допустим, если я сделаю вот так вот. А и все, пока. Сейчас защита сработает. Ага. Так. Все-таки одну единицу урона мы получим. Так, что дальше? Так, привет, Рэй, желаю бета-картину. Спасибо большое, но... Мне кажется, бета-картину я еще пока не получу. Но зато я выиграю. Зато я выиграю этот поединок. Прямиком в лицо, на тебе, профессор кислых щей. Победил, конечно же, победил, друзья мои. И двигаемся мы быстренько дальше. А дальше у нас идут задания, ежедневки. Так, и сейчас, наверное, мы здесь... Слушай, смотри-ка, у нас какие. Тут все с этими идут. Зомби. За мехом надо нанести 20 единиц урона. Плюс выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Плюс... профессором мозговая атака. Опа, еще и тут выполнили задание. Так, ну что, друзья мои, я тогда за профессора. Профессор же, да, нужен мне? Именно мозговая атака. Ох, сейчас я за него буду париться с прохождением. Вот серьезно тебе говорю, это, ребята. Да куда я полез? Куда я полез? За него очень сложно мне играть, потому что я не умею. Я даже не знаю, что у него там за колода. У нас есть какая-то там первоначальная. Уж не знаю. Давай мы ее, наверное, пока оставим и попробуем сыграть. А там уже как пойдет. Нам нужно нанести 20 единиц урона. То есть нам не обязательно здесь выиграть. Можно нам хоть 3 раза проиграть, но главное нанести урон. Ну, допустим, я сделаю так. Кто там против нас? Варил Клокода какой-то. Варил. Так, ну есть ли смысл этих выпускать? Я думаю, что нет. Угу. Ну, я даже не знаю. Ну, давай поставлю. Ну, вот так вот сделаем. Угу. Допустим. Угу. 2 уже таких у него, да?
Так, сейчас мы еще два в лицо получим. Так, ну что, ребята, делаем? Что нам сделать? Давай вот так вот и сделаем. Я не знаю, как нам тут дальше быть, если честно. Если он сейчас будет постоянно этих вызывать, своих охламонов, то они меня расстреляют просто-напросто. Так, это каждый по два. Все, ребят, мне, по-моему, кранты. Давай так сделаем. Но меня здесь запинают. Я ничего здесь сделать не смогу. Даже если мы с тобой переживем, хотя уже вряд ли. Даже если бы мы пережили, все равно на следующем ходу, ребята, конечно же, была бы крышка. Но я тебе говорю, ну у него что? Специально поставил этот свой горох. Я ничего не могу воспользоваться своими заклинаниями. Вообще, ребята, они бесполезны. Я бы мог, конечно, их использовать, но он бы наращивал бы свою силу. Тем более, ты сам видел, он прикрывался галактическим орехом, этим фасолью. Тяжело мне играть за профессора. Очень тяжело. Так, ну что, давай пробовать здесь теперь. Тоже не легче, ребята. Розочка на хилах. Если Роза на хилах, то мой профессор просто здесь сдуется сразу же. Тем более, как ты видишь, 47 уровень. Так. Угу. Давай посмотрим, кого нам дадут. Ну ты серьезно, блин, ну... Вот никого, какую-то чувырлу дали, блин, а? Давай так сделаем. Так, цветочек. То есть он хочет разгоняться? Он хочет разгоняться, друзья. Угу. Шесть. Ну, я не знаю, у него тоже, ребята, 6 энергии. Совсем не в тему сделал. Так, 7 энергии. Да как ты запарил, а? Профессор. Профессор. Еще вытворяет. Кого, этого, что ли, убирает? Угу. Ну давай сделаем так вот. Я знаю, что у него есть там превращение или еще что-нибудь в этом роде. О, как. Ну давай расставим.
посмотрим. Сейчас будет превращать, да? Да я нисколечко не сомневался. Так, 2 и 4, 6 получается, да? Этого звезданут. А нам крышка, по ходу дела, ребят. 2 и 4, тут 6 получается. Еще один. Очередной проигрыш. Блин, не могу, ребят. Опять, ну, нанес урона, конечно, много, но недостаточно. Нужно еще 7 единиц урона нанести. Так, подожди, может быть нам что-нибудь другое посмотреть? Колода на танцах? Нам бы вот этот бы чудило бы не помешал бы, если честно. Где он? Вот он. Вот этот бы. Подожди. Если, например... Так, он уже поменял мне, да, получается? Вот этого убрать... Тут слишком много заклинаний, ребята. Слишком много, ты посмотри. Так, и где у нас эти два профессора? Не профессора, а эти курабочки, я их называю. Где они? Они у нас берутся. Допустим, да? И вот этого, например, можно было бы взять. А можно взять вот это вот. Ландшафт есть? Ландшафт есть. Ну, я даже не знаю. Давай вот этого еще возьмем. О, это перебор. Это перебор. Все, поехали. Но опять же, нужно разыграть их, блин. Как минимум до какого? До 6 или до 5 хода. По-моему, только после этого можно будет их нормально активировать. Ой, да. Ну ладно, сейчас посмотрим. Нам нужно нанести 7 единиц урона. И опять дают розу, и опять это высшая лига, ребят. Роза с высшей лиги. Это вот, наверное, все пока уберем. Этого тоже уберем. Попробуем. Так, мы хотя бы Эврику дали. Может быть, с Эврики что нормально достанем. Три карты вытягивать все-таки будем. Но опять же, роза на... ну, началось, короче. Все одно и то же. Да нет у нас, ребята, на воде. В том-то все дело. Никого на воду я поставить не смогу. Я вообще здесь никого поставить не смогу. Вот издевается надо мной, да? Это нам пока нафиг не нужно вообще. Ну, поехали. Так, убирает кого? Вот этого? Ради бога, убираешь. Убираешь, убирай. Ну. Прикроемся хотя бы чуть-чуть. Погнали. Thank you.
Давай я так вот сделаю. Угу, и кого? Обжорку берет мне. А, здесь даже. Так, ну максимум, что он вот здесь может либо заморозить, либо еще там что-нибудь превращать он не будет. Так, 5,2, да? Окей. Поехали. Выбор невелик. Превратит же сейчас, да? И либо заморозит, либо превратит. Ауч. Все, ребята, это хана. А победа. Победа была так близка. Ладно, 20 единиц урона я ему нанес. Ну, не ему, а вообще в общей сложности я нанес 20 единиц урона. Так что за профессором мы закругляемся, ребята. Так, пошли теперь за Зимеха. Так, Зимех. Посмотрим просто быстренько, что тут за... Что такая дерзкая колода-то? Она что-то напоминает мне, типа, на гаргантюахах играть будем, и в то же время как-то не особо похоже. Гаргантолог там взят один. Или два даже. Слушай, вы меня будете долго травить этой розой сегодня, а? У вас других персонажей там нету, блин. Кроме этой розы. Поехали. Ну что это, ну дали мне. Так-с. Что, сумыста возьмем? О, как. Иди-ка сюда, родной. Роза на хилах, значит, да, все-таки? Роза у нас на хилах. Пока ничего не буду делать. Поехали. Ну, естественно, ребята, он не переживает, если он на хилах в данный момент сидит. Чего ему переживать? Конечно, нечего. Превращает зомби. Хорошо, что он потратил энергию. О, песик. Давай я сделаю вот так вот. Так, Роза задумалась. Но он потратил, считай, одной... Оу! Так, это 3 единицы урона нанесу ему, да, получается? Плюс там 2... Блин, не получится его шваркнуть. Не получится, ладно. Пережидаем, ребята, этот момент. Сейчас будет заморозками, да, тут? Ну, подснежник, само собой. А, вот так вот даже. Так, в минус. О! Вылезло чудо гороховое. Красавчик, песик. Так ему и надо.
Так, сейчас трешечку еще в лицо ему зарядим. Допустим. Так, дальше у нас что идет? Все зомби получают 2,2. А ведь у него заморозка наверняка есть. Давай проверим. Вот так вот, да? Паршивенько, если честно, ребята. Потому что у него в блок все уйдет сейчас. Ну что, у него есть заморозка осталась. В принципе, больше ничего не осталось. У него только заморозка. А вот тут вот я не знаю, как уже сделать лучше. Так и так, наверное, сделать лучше. Будет нормально. Сейчас посмотрим, что он там предпримет. Но он будет... И лужайку, да? Он хочет дорожку поставить. Так, не забывайте, что у нас есть вирус. Хиляется. Так, поехали. Да, конечно, мне не хватит. Чтобы уничтожить его, к сожалению, ребят. Я надеюсь, у него нету этого родничка, или как там называется. Родничка, родничка. Так, он... Так он сможет превратить, да? Посмотрим. Делает заморозку. Так, заморозочку, карту, естественно, тянет. Если у него есть мелкие хилы... Так, он ничего здесь не может сделать. Ну вот, ребята, их кранты ему. Да? Отлично. Ну что, нам надо сделать последний бой. Давай-ка мы посмотрим. Так, за замехом мы выиграли. Выиграйте мозговитым зомби-героем. Ну, у нас мозговитый — это профессор. Мозговая атака — это раз. А второй — это у нас... Да. Супермозг. Вначале надо посмотреть. Так, это у нас на пиратах, по-моему, чистой воды, да, пираты? Ну, как бы, да, чистой воды пираты, только вот... Может быть, нам лучше взять... Как она там называется? Да нет, это я знаю, как называется зомби. Вот это вот. Гаргантола или как там? Гондола? По-моему, гондола называется. Теперь ждать надо, пока прогрузится. А, гондола, ё-моё. Может быть, вот ее взять? Сделать так. Так, тут у нас перемещение, ракеты. И вот вместо этого я, наверное, возьму лучше гробовщика. Этих мне вообще не нужны. Зачем они тут? А, я вспомнил, что это за колода, ребята. Я вспомнил. Это нам нужно было тогда нанести сколько-то урона этими ребятами. Да-да-да, я... Понял. Так, ну что, давай сделаем так тогда. Так, и, наверное, стоит ли нам брать? Ну, допустим, допустим. Поехали.
попробуем навалять. Не уверен, конечно, что получится с первой попытки. Нам нужно что? Выиграть или нанести 20 единиц урона? Я вот просмотрел. По-моему, выиграть. Так, вот это вот уберем. Этого я, наверное, никак не смогу отыграть. Пока в ближайшие, там, скажем так, ходы. А то, что у нас есть кровожадность, это уже радует. Если я поставлю, он мину же влепит. Вот чую, что он влепит мину. О как. О как он делает. Что он там, бомбочку свою поставит, наверное, да? Ладно, погнали. Давай сделаем так. Наноси, не плевать. Ну и славненько. Ну давай сделаю так. Я не знаю, кто там у него. Наверное, мину будет ставить. А может быть, у него, кстати, могилоед быть. Вот так вот, погнали. Теперь сделаем вот таким вот образом. Ну, он кого-то на прикрытие поставит, мне кажется, сюда вот. Вот так вот. Ну, мы его заморозим, этого чудилу. Соответственно, сразу же уничтожим, и этого тоже поганца мы уничтожим. Поехали. Замечательно идем. Так, дальше. У нас есть перемещение, давай-ка сделаем вот так вот. И вот так. Всех зомби 5 и выше. Как скажете. Как скажете. Стоит ли нам двойную атаку делать, а? Давай сделаем. Ну, а теперь поехали. Ауч. В блок. Ну что, у него есть дождь, который делает минус один, минус один. У него есть мина, горячка. Хе-хе-хе-хе. Обосрался ты со своей горячкой, ничего у тебя не получится. Я уведу этого паренька. Я этого паренька уведу. Давай так поставим. Клюнет он на сундук. Воу-воу-воу. Ну ему кобзда, конечно же, ребята. Я буду его сейчас бомбить. Или как лучше сделать? Ну да, бомбанем. Отведем в сторону нашего малыша, так скажем. Поехали. Че ты мне опять сундук-то свой всовываешь, а? Ну давай так сделаем. У него опять кукуруза? А, у него он уничтожает надгробие мне. Куда ты его уничтожил? Сюда даже. Ой.
Че, ребят, мне придется использовать эту штуку. Ну вы серьезно сейчас? Ну ёпрс, это, блин. Ну нахрена мне вот эти две... Может быть, конечно, и хорошо в дальнейшем будет, но сейчас-то нафига. У него опять же надгробие, да? Съест сейчас его. Конечно же. Но благо у меня там ничего нет особого такого. Поэтому как бы не очень жалко. А вот этого бахнем. Этого бахнем. Это вот паразит бесявый, а. Давай смотреть дальше, есть ли у него еще уничтожители надгробий. Да ладно, что, нету больше? Всего две штуки было. Ага, решил посмотреть. Ну посмотри. Нет, 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 нет. Так, 8. Ну, в принципе, что мы сделать можем? Мы сделаем вот так вот, наверное, да? И вот так. Угу. Ну что, ребята, у меня особо выбора нету. Пускай теперь думает. Че? Вот ты жук навозный, а? А у него может быть дождик, ребят, который делает минус один, минус один. Ага. Такс. Так, давай защиту мне сейчас. Защиту срочно. О, да. Только дело в том, что если у него сейчас еще будет один такой же, это будет плохо, ребят. Так, вот, да, ты решил сделать? Так, тут, угу. Я даже не знаю, ну давай, наверное, вот этого заморозим. И переключимся сюда. Ну это, по-моему, ребят, без понтовщины, да, получается? Или как? Мне не хватит, да? Пробить его. Да, он мне как раз 4 в лицо нанесет. Буквально мне 2 единичек на урон не хватило. Но нам надо дальше играть, потому что мы не выполнили это задание. Надо бомбить, нам нужен выигрыш. Как-то все хорошо, ну понимаешь, мне не дали, например, мне гондолы это не дали. Вот этих вот ракет мне нафига целую кучу навлепляли. Как бы тоже не айс. Не, они, конечно, мне пригодились потом все, но... Чего? Такс. Да дури знакомая комбинация. Сейчас, наверное, будет с помощью клананасов, да, все тут плодить. Мне почему-то именно так кажется. Давай проверим. Может быть, я не прав. Угу. Так, защита сработает же? По идее, должна. Нет. Давай сюда поставлю. Ну, у него может быть колотушка.
Тоже как вариант. Поехали. Так, неплохая карта. Это нам пока не надо. Ну что, если я сделаю вот так вот? Что, если я сделаю вот так? Ну, как раз на кровожадность нам и хватит, да? Погнали. Ну что, кому-то сейчас будет минус 2, да, скорее всего? Или минус 1 по земле? Сейчас посмотрим. Минус 1 на земле все-таки делает. Не понравился ему мой пират этот, да, к сожалению. Он от него был не в восторге. Ну давай так вот рискнем. Что вспышка может? И в кого? Ни в кого. Погнали тогда. В кого же он хочет его превратить? В кукурузу, верно? Пропускаю ход я, ребят. Скорее всего, в кукурузу. Но мы их сразу двоих уничтожим. Упс. Не в того. Ну, дело житейское, ребят. Так, нам нужно 10 единиц урона, так? Так. Не знаю, попробуем сейчас. Бум. Бум. Ну и выкидываем этого пугало-горунова. Все, в принципе. Теперь, по-моему, мы справились, да? Если я не ошибаюсь. Да, друзья, сделали мы все задания ежедневные. И у нас, ну, почти 500 самоцветов, ребят. Так, а через сколько у нас закончился вообще сезон? Пока, ребята, не написано. Будет здесь написано, там, например, осталось 7 дней до конца сезона, или там 8. А вот это вот конец события. 2 дня, 2 часа. Ну что, ребята, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!